На окраине Нижнего Тагила на автомобильную дорогу выскочил танк. Произошедшее снял видеорегистратор одной из машин. Рядом действительно находится военный полигон Уралвагонзавода. Для гражданских машин специально установлен светофор, на котором загорается красный, если к проезжей части приближается боевая техника. Но, как заявили ГИБДД, танки не должны нестись на перерез автомобилям на такой внушительной скорости. Ведется проверка.